Здравствуйте, с вами интернет-магазин Президент Watches, и сегодня мы расскажем вам о часах Casio Edifice EF304D1AB. В данной модели корпус и браслет выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Застежка металлическая. Клипсы типа бабочка. Задняя крышка стальная. На ней отображена информация о модели. Также имеется голограмма. Циферблат черного цвета, способ отображения времени аналоговый. Циферблат защищен минеральным стеклом, которое практически невозможно поцарапать и очень сложно разбить. Механизм часов кварцевый, точность хода плюс-минус 20 секунд в месяц. Питание осуществляется литиевой батареей. Класс водозащиты часов 10 атмосфер. Это позволяет с данной моделью плавать и нырять на небольшую глубину. Габариты часов 45,5 мм, высота от ушка до ушка, ширина 38,5 мм, толщина корпуса 10 мм, вес 111 граммов. Часы эти устанавливаются время следующим образом. Для того, чтобы установить время и день недели, необходимо отвести коронку на два щелчка в сторону от корпуса. Сначала рекомендую установить день недели, который расположен в левом маленьком циферблате. Его можно установить, поворачивая часовую стрелку по кругу. Два оборота равняются суткам, и, соответственно, переводится день недели. Когда вы установили нужный вам день недели, установите нужное вам текущее время. Здесь на большом циферблате отображается 12-часовой формат, внизу 24-часовой формат. Ориентируйтесь по нему, естественно. И после того, как вы установили нужное вам время, можно установить текущую дату, которая находится в правом верхнем циферблате маленьком. Для этого нужно вернуть на один щелчок к корпусу коронку и поворачивать ее против часовой стрелки. И вы видите, что число изменяется. И по окончании всех настроек возвращайте коронку на место. Вот все настройки. В комплект с данными часами идет инструкция на нескольких языках, включая русский. Выглядит она следующим образом. Такая мошка. И гарантийный талон с уникальным серийным номером, условиями гарантии и перечнем сервисных центров в России и странах СНГ. Все упаковано в фирменную коробку Casio. На этом все. Спасибо за внимание.